Матрёну Герасимовну сегодня награждают за достойное воспитание сына. Правда, его уже давно нет в живых. Николай Шорников погиб в начале войны в Афганистане. Мать со слезами на глазах благодарит тех, кто помнит его подвиг. Во время военных действий в Афганистане, уже будучи сильно раненым, он взорвал гранаты себя и окруживших его противников. Гордость-то гордостью, а слезы слезами. Гордость гордостью, она всегда горда. Ну, конечно, гордость, не погиб ни в тюрьме, нигде, а кончил школу, пошел учиться. Сразу в Новосибирск уехал учиться, учился, а потом поехали. Там его и в Германию отправляли, и он везде был, а потом вот попал. И погиб. Сегодня у нас встреча, посвященная 60-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Анатольевича Шорникова. И не случайно она проходит в музее, потому что музей много лет сотрудничает с ветеранами войны в Афганистане. И губернатор решил Матрёну Герасимовну, маму героя Советского Союза Николая Анатольевича Шорникова, наградить такой высокой наградой. То есть орден почета Кузбасса. На церемонии награждения однополчане Николая, его друзья, родственники и дети из школы поселка Кузбасский, где когда-то учился будущий герой Советского Союза. С 1988 года учебному заведению присвоено имя Шорникова. Алина Юрасова – одна из учениц и член исторического клуба этой школы. Как и остальные ребята, участвует во всех мероприятиях, связанных с героем. Почти ежедневно собираемся в клубе Отечества, посвященный клуб Шорникову. Мы проводим уроки мужества, ездим на могилу Шорникова, памятник, посвященный воинам, погибшим в Афганистане. Встречаемся с мамой, героем Матрёной Герасимовной Шорниковой. Каждый год выпускники нашей школы ездят по местам, по городу, по местам, которые связаны с Николаем Анатольевичем Шорниковым. Мы чтим его память, мы гордимся тем, что в нашей школе жил, учился такой замечательный человек. Именем Николая Шорникова гордятся две области. Кемеровская, в которой он родился и закончил школу, и Новосибирская, где он стал профессиональным военным. Очень часто мы даже не задумываемся, почему так, а не иначе названа улица города. Я сегодня попыталась узнать историю этой маленькой улицы, которая носит имя человека с большой буквы. Героически погибший в Афганистане, спасая своих товарищей, герой Советского Союза Николай Анатольевич Шорников навсегда запечатлен в топографической карте Кемерово. Полина Романова, Константин Червяков. Новости моего города.